12 юных югорчан участвуют в первом съезде российского движения детей и молодежи. Напомню, закон о его создании был подписан президентом в июле. В Москву приехали 1500 участников со всей страны. Наш округ представили активисты региональных общественных движений из Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Нефтеюганска, Сургута, Пытьяха, Кандинского и Сургутского районов. Кроме творческой презентации, им предстоит проявить себя на дискуссионных площадках по шести направлениям. Наука и технологии, культура и искусство, здоровый образ жизни, патриотизм и историческая память, волонтерство и добровольчество, а также медиа и коммуникации. Также на первом слете молодые соотечественники определятся с названием движения. Добавлю, что его участниками могут стать дети с 6 лет.